Итак, сегодня уже третья серия по игре «За Каллисто Протокол» на сегодняшнем стриме. Так что всем приятного просмотра, лайк, подписка. Кто поделился или кто не смотрел предыдущие серии, кто поделился, спасибо. Кто не смотрел предыдущие серии, заходите, смотрите. Ссылка внизу в описании на плейлист. Все, поехали. Так, ну что ж, развязка где-то уже не за этими, не за горами. Прям жестко трясет. Она идет на такой уверенности, как будто, я не знаю, знает, куда идет. Она прям на очень такой уверенности идет. Окей, я пока все пролутаю. Я человек не гордый. Спасибо. Угу. Легкие 200. Богато, думал, богаче будет дроп. Не особо что-то прям густо. Твою мать. Или 500. Я не знаю, сколько эта штука стоит. Это 200. О! Вот это добрый вечер. Ну это плюс апгрейды, плюс все. Это вообще красиво просто. Заносы просто жесточайшие. Подожди, а я его добить могу и забрать с него этот? Мне вот... Нет, наверное, нет. Но теория была неплохая. Не-не-не, чисто как эти идут. Как, короче, NPC-шки. Не жирно или сильно дроп здесь, нет? Я не против, я не жалуюсь, просто не жирновато ли? Если что, 2 по 200 я сразу нашел, просто схода. Look at the man.
made it without your help. I know. You don't seem too... То, что так экран трясется, нормально? Или багулька? Surprised. About what? About any of this. Whatever the hell's going on around here. Наверное, то, что на лифте поднимаемся. Back on Europa. Europa? Не, фрезы все порезали, все. Фрезов нет. UGC propaganda. Things aren't always what they seem. Kind of like me. And that cargo you thought I was hauling. Maybe. Ну это прям чистая арена. There it is. Ой, превью чистая, просто залетела сейчас. What are you doing? It's not me. No. One must learn to accept what they cannot control. Клоун! Still, I'm impressed that you made it this far. Perhaps you both have potential. Ясно, во всем, как всегда, виноваты. Кто правильно? It's not the moron. Your journey was... Рус, придумаешь, как сделать. Здесь можно очень крутые... Даже вот эту вот сцену. But I'm afraid there's just too much at stake here. Protocol cannot be broken. So, though your story ends, please know that you have my respect. Wait. No! Never! Go! 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 Ёб твою мать! Пацаны, зародовая, бля! Окей. Да. Опа, нормально. А как? Понял. Оп, куда? Дырка. Ой, ёпта. Блядь. А где я? А где? Все, да? Пойму, я в Питере, что ли, или что? Дэнни? Дэнни. Конченая. Чё, ёб твою мать! Ху, сука! Джейкоб. Отставить, блядь! Джейкоб! Come on! We gotta move! Hurry!
Куда, мув? Блять, каску разбил. А, не, не разбил. Спасибо, что живой. А, ни хрена себе, колония в колонии. We can take that to the transport hub, then cut across to the colony and then back into Black Iron. Back into Black Iron? No, no fucking way. We almost got killed just trying to get out of Black Iron. This isn't about escape, Jacob. So what's it about? Not anymore. What's it about? Answers! Why did the warden shoot down one of his own ships? I don't know. And how is it connected to Europa? This is supposed to be just another fucking job. Is it crazy? I know. But what choice do we have? Come on. This area is not safe. So what happened to the original colony? Abandoned. Я, кстати, пока тот дробовик берегу. План Б. UJC's gotta make money somehow, right? А патры здесь копятся. Surprise, there's still power. Those old fusion generators were built to last. Когда в жизни не поверишь, что просто так есть куда-то спуск. Никогда вы меня не заставите в это поверить. Вот, а папа про что говорил? Вон сюда, ёпта. Обмануть меня хотела? Гадость. Кто там где чирикает? Домой. Вот это я удачненько, ёпта, зашел. Вот это я... Нормально зашел. Угу. Sounds like the hangar's still coming down. Ёб твою мать. Yep. Elevator's just up ahead. On the map there was a service route a few levels down. Might be a faster way to reach the colony. I hope this plan of yours doesn't get us both killed. It's getting worse. We should hurry. Так, сейф. Сейф это 100%. This is the place, right? Yeah. But I don't see the elevator. Shit. It's busted. Нет, он не сломан, его просто нет. This whole place is falling apart. Well, there's gotta be another way down. Then let's find it. Come on. Ага, удачи. Что-то сейчас будет, короче, из-за чего мы рассоединимся, 100%. Жопа прям вот чует. Может быть, нет.
Что такое доброта? Что такое? Is this thing gonna hold? Just try not to think about it. Сейчас что-то будет. Shit. You okay? Yeah. I am okay. Told you to be careful. Yeah. Right. Хера она ходит. Ну и что ты мне предлагаешь-то, алоэ? А, да ладно. Вовремя, спасибо. Чуть темно, как у этого. Как у... Как он называется-то? Сейчас иду, погоди. Спасибо за спонсорку, ребят. Говорили, не бери в тиммейты самку. Вот, пожалуйста. Полетели. В аналы истории. Пфу, блядь. Ясно, хуета. Все, у апостола Петра на приеме. Здравствуй, говорит Павел. Ой, Петр. Не-не-не-не-не, я не живой, я не живой. Ёб твою мать, мы чё, в гнезде, что ли, где-то? Пять, четыре, три, два, один. Это превью, кстати. Железобетонная. А чё с лицом? А чё такое? Ара, подходи по одному. Пошёл ты к ёбаной матери. Ре! Реакция, сука. Ни о чем. Ты откуда вышел-то? О! Понял. Еще один, блядь, пациент. Давай, вылезай. Прочитан, сука! Свободная касса.
Да нахуй пошел! Вы думаете, это вас со мной замуровали? Нет. Это... Точнее, меня с вами? Нет, сученьки. Это вы попали, ребята. Это, братики, вы попали. И попали вы просто конкретно. Прям 200 вам процентов даю. Что встряли вы добренько. Ты бежать будешь, нет? Или ты эпично, как Александр Невский, будешь ходить? О! Не особо мне эта коробка и нужна на самом деле. Я что-то так подумал. И понял, что и без нее мне, в принципе, очень даже, ребята, неплохо. Знаете ли, замечательнейшим образом себя чувствую. Там просто их четверо. Да ну. Здорово, брат. Сука, заточь как печень, сучара, никто не вечен. Бля, мне придется туда идти. Ну что туда идти, только тут хоть сундук есть. Господи. А можно сюда? Ну чё, пацаны, аниме? Господи. А?
them. Здрасте. Не надо. Я твой орарус, блядь, сейчас! Нихуя себе! Ара, давай! Нихуя! Пацаны, да ну нахуй, вы чё гоните? Не надо, дядя! Не надо, блядь! Обоссыте, но не бейте, блядь! Нахуй все сюда, блядь! Порежу всех, убью, стены крови я залью! А, блядь! Обидно? Заебись. Выстрелил. Да? Вот и я про то. О боже, блядь. Извините, это Лёха 2 приходил. Прошу прощения. Ёб твою мать. Я, а чё они? Я им сразу говорил, давайте по-хорошему. Причём это на хардкоре к 100. Если чё. Подожди, а чё мы тогда боимся-то? Ну, кудай-ка. Добрый вечер. Откуда они пришли? Вот отсюда? Они ж откуда-то все вылезли, я... Слушай, они вроде оттуда приходили. А почему? А почему так? Я просто, знаешь, что думаю? То, что, блядь, на экран плюнул от радости. Я, знаешь, что думаю? А почему там висят типы? А откуда же эти тогда пришли? Может, они где-то выше висели? Да и хер с ним. А чё это? Не, я-то не против за дропом сходить, на самом деле. Чё, родной? Чё ты решил? Вылезти? Зачем и главное нахера? Там что-то никто не реагирует. Я что-то так подумал. Сундук. Я, кажется, понял, что здесь сейчас будет. Ага. Ага. Я понял. Я понял, все.
Я понял, пацаны, все. Вопрос как бы исчерпан. На! Ой. Сережа, доставай реактивную нашу. А я хитрый. А все. Убежал. Нет меня. Да. Ух ты, ёб твою мать! Смотри! На нахуй! И сразу туда же, в догоночку! Разрывная, ёпта! Ой, как денежка с вас фармится. Да, страшно, очень страшно. Он же слепой должен быть. Я тебе еще в яйца ваши настру. Доиграетесь. Устроили здесь представление, блядь, театральное. Нас люди смотрят, а они тут начинают. Чертеж чего? Чертеж боевого пистолета. А у меня какой пистолет? Не боевой? А? Ну шо? Шо? Шо, бля? Не вылупились, да? Яички теперь у вас не вылупятся. Ну, мать, страшно, сейчас кто-нибудь... Падла какая-нибудь вылезет, 100%. Ящики — это очень вкусная вещь, потому что... В ящиках очень часто бывают какие-то ништяки. Очень часто. О. Да, сюда папе коробочку. Да, я уже понял, что меня там ждет. Спасибо. Спасибо за спойлер. Я уже понял, что там... Меня ждет какая-то потрясающая, чудесная атмосфера погружения. Ну, спускаемся мы все ниже и ниже. Мы, я не знаю уже, насколько... Ай, здорово! Обидно, да? Обидно. Да, ничего у тебя не получится. Ничего. Хобот он свой тянет. Еще, блядь, удумал. Чего инвентарь заполнен? Вы с ума сошли, чтоб я... Бля, мне бы распродаться на самом деле вообще бы не помешало. Так, чисто... Что за звуки? Что за звуки в ночи опять? Опять испугать меня хотите, да? Еще у вас не получится. Подожди, он же должен...
О. Мне ребят тогда в комментариях сказали, Лёх, с этих шлангов 100% будут эти бабосики. Пожалуйста. Я теперь внимательный. Слушай, давай одну, наверное, я засажу все-таки. Да, уже прям с хилками все хорошо. Надо бы одну хотя бы высадить. Чего там за звуки? All systems operating within normal parameters. Что за чертеж боевого пистолета? Что за боевой пистолет? А, во-первых, я хочу увидеть обычный пистолет. Чего? Пистолет особого назначения, слабая отдача, высокая скорострельность. Нахера он мне нужен с таким уроном? Что, совсем придурковатый? Да. Себе его, ёпта, оставьте на память. Да. Хуета. Чё, там надо продать. Штучки разные. Ёпте, у меня сейчас бабосиков будет. Просто, мама, не горюй. Не шутя, мы с тобой, Сережка, налутали. Две штуки, ребят. Слушайте, ну тут я бы перчатку качал. Я не знаю, я бы качал перчатку. Или однозарядку. Ну, имеет место быть. Я бы, наверное, в перчатку сейчас упоролся. Хотя бы, знаешь, чуть-чуть. Скорость перезарядки силовой перчатки за счет дополнительных этих... Перчатка хорошая тема. Я думаю, что это прям, знаешь, ну она реально must have. Этому дробовику урон поднимать, ну, он и так долбит, мама, не горюй. Не знаю, я за перчатку. Какой перчатку апгрейдить? Complete. Поехали. Пошли апгрейда. А, увеличивает силу движений. Скорость движений. Скорость перезарядки силовой перчатки. Конечно, скорость перезарядки. Quality check. Verified. Да, надо в автономию уходить, потому что стволы, они непонятно, будут еще не будут, а этот... Давай ее прям энергоемкость. Прям фулочку закинем сюда. 400, наверное, мы уже ничего, да, наверное, не заапгрейдим. 300. Давай закинем вот это. Не, с палкой и так все нормально. Да, стволы, может быть, еще будут, ребят, а перчатка, она на всю игру. Так что, я думаю, мы правильно сделали, что мы 2К прям разрядили. Все нормально. Угу. Да вижу я тебя, ну что ты тут... Пистолетик можно было бы силу разочек качнуть, да. Базару ноль, проседает пистолет. Проседает пистулька. Пистулька, блядь, ты чё, родной? Куда-то свои ручонки загребущие. Ума, чуть сердце не остановилось. Ну-ка. Кто там?
Сейчас ты досуешься. Строю тебе хаги-ваги, ёпта. Каутен. Ага, спасибо. А до этого было прям безопасно. Здесь что-то будет. Не дадут забрать просто так. Или дадут? Ну чё? Вот он. Поехали, ёб твою мать! Чё стоять-то? Да ладно. Да ладно, ёптать. Да ладно. Что же это за подарок судьбы такой? Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за подарочек-то такой судьбы? Вот здесь сейчас по патронам мы очень неплохо бустанемся. По патрам сейчас прям хорошо зайдет. Потому что потратили 0 патриков. Жестко. Плюс 3. Плюс бабло. Плюс 3. Ой-ой-ой-ой. Все, что нам было необходимо просто. Четко. Четенько. Вижу пожилой снаряд. Вижу пожилой снаряд. Да ладно. Доктор Шихан Юн. Доктор Шихан Юн. Mission log 001, Dr. Yoon reporting. We've just arrived at the old transport hub. It's been sealed like a tomb for the past 75 years. Preliminary readings are inconclusive. But there's no immediate evidence of a breach in the containment zone. Как обычно, все понятно. Подмога не пришла. Подкрепление не прислали.
Ожидаемо. Ожидаемо. Одни каски остались. Че, выбираемся из этой клаки? Надо как-то вот от этих вот типов уйти, потому что, ну, это просто забей. Байт? Просто так восстанавливающие инъекции дали. А, типа, ты к ней должен был подойти, а вот эта хрень тебя... Я понял. Великолепный план. Великолепный план. Просто отличный. Что это было? Слушайте, ну... Я не пойму, где там еще. Откуда звук-то идет? Дурак неумный. Спасибо, ребята, еще раз за лайки, которые ставите. Спасибо за поддержку. Двигаемся, двигаемся к финалу. Ого. Понял, принял. Понял, принял, пацаны. Так, и этих здесь нет, да? Вот вижу. Вижу, вон там он вдалеке снаряд. Погнали, ёпта. Как говорится, ребята, стелс — это мое второе имя. Вы знаете. Ага, там решетка. Да, в принципе, а чё тупить? Погнали.
Ой, блядь, чувак. Запарили. Пойдет. Что тут еще? Только что это? Блять, что это? Пошел нахуй! Нормально тебе, нет? Другое дело. Раз уже извинился, пацан. Сложность хардкор, ребят. По-другому быть не может. Я охуевший, блядь. Сука такая. Прикалист. Ушел пацан. Слушай, нормально они тут лезут. Где чмо это? Ну где? Вылезешь, скажешь. Ребят, ну по 3, по 4 патрика дается. Это овер просто очень много. Я знаю, что мне сюда. Что-то они там охраняют. Коробку вижу сверху. Что-то здесь они охраняют. А вот что? Это, блядь, вопрос. Вот теперь неизвестно, кто кого хантит. Как дети беззащитные передо мной пока. Пока что. Надо этим пользоваться. Надо набирать, да, боеприпасы прям до талого, вообще до отсечки. Испугал. Признаюсь честно, испугал. Бабосики фармим. Что-то здесь лежит. Здесь что-то есть. Они что-то охраняли. Что-то или кого-то. Нужно обязательно проверить. Может быть, ствол какой-то новый. Не просто так. Собственно, то, о чем я и говорил. Надо туда вернуться.
Да, в принципе, все как всегда. Продаем раз, продаем два. 713. Мы особо, по-моему, ничего не прокачаем, если я не ошибаюсь, да? Копим лавандосики. Быстро туда просто сбегаем. Потому что там что-то будет. Скорее всего, какой-нибудь чертеж оружия или еще что-то. Прям железобетонно. Такие довольно простые, на самом деле. А, карту доступа. То есть мне сюда и так надо было идти, да? Окей. Не, Максим, ты первый написал. Байт. А как? Подожди. No power. But those cables lead to a generator. Интересный мув. Ты к ним подходишь, короче, а этот тебе говорит, не, не прокатит. Погнали, чё? Сейчас 100% какая-нибудь садомия будет, но я их не боюсь. Железобетонно сейчас начнут откуда-нибудь щемиться, вылезать. Дефолтовая тема. А понесется. Так, а вот здесь мне нужно включить электропитание, да? А сеток здесь нет. Хм. А, нет, есть. Право, лево, лево, право. Право. Пригодится. Видел новый трейлер Сталкер? Нет, а вышел, да, новый? Да ладно. Я не видел. Кого вы там пугаете? Чем? Что это было? Ну? Ну? Такое. Ты что, гонишь, что ли? Алло. Ты сейчас серьезно? Алло, игра. Димон, спасибо. Не очень-то и хотелось вообще изначально. Понял.
Не-не-не, не надо, не надо, не надо, не надо, Сережа, не надо. Ну и чё мне здесь испугаться, кого? Кого бояться-то? А? Не слышу. Следующий. Ну это слишком просто. Самые простые мобы, вообще самая простая лока. Просто фрифарм, реально. Ну что, ты особенный. Чувак в чате пишет, сейчас бы стелился. Чё? Сейчас бы хуйню в чате выстроить и получить бан за это. А смысл мне с ними дольше драться так? Ребят, у меня уже патров, мне их скоро девать некуда будет. Давайте немножко ускорим наше знакомство. Вот реально, вот, ну, очень долгие, блядь. Ладно, тогда так будет. Чего, блядь? Дурак совсем, что ли? Ты чё, я не пойму? Придурковато или чё? Бывает. Ты что, стимулируешь? От сердечного приступа, что ли, умер? Не понял, ну ладно. А это что стоит? А я знаю, что ты дрочишь? Не дрочу. Дрочишь, сука. Я знаю, что ты дрочишь. Вот они, ёпта. Питерские ребята. Чё б мне вам такое заколдыбенить, а? Пацаны. А кто? А кто? Кто, 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 кто? Что я реально какой-то жесткий стал.
Какой-то вообще просто неадекватно невменяемый. Просто идет пацан, всех аннигилирует. Вообще всех без разбора. Кто там, где там, что там, кого. Don't touch. Кого touch? О! Зачар, а? Ну ёб твою мать! Такая тварь, а? Ладно, хп назад вернул. Да, у нас есть что продать. Немало. Дальше перчатку, я так думаю. Скорость перезарядки, наверное. Перчатку сейчас надрочим, это будет вообще забейте. Очень хорошая вещь. Мы видели, как это работает. Не уверен я в этом яичке. Не издавай ни единого звука, типа. Понял. Что здесь какое-то страшное. Нахер такой. Ебать! Ты чё, пёс? Пизда! Ебать, колотить на ну нахуй! Пацаны, вы чё тут, блядь? У сука! Блядь! Ебать! Вот это охуительно просто! Я вам живым не дамся, сука! Понял. Понял. Понял, все, вопросов не имею. Просто пустили по кругу, как в этом. Как Колю Буравчика. Понял, принял. Ну ладно. Не, у меня есть план Б, конечно, на такой случай. Надо сеточку посмотреть. И вот этого Кончиту надо найти, где он сидит. Откуда он вообще пришел? Откуда конченая эта мразь пришла? Я бы, наверное... сеточка. Понял. Ну-ка. Поехали. Просто двигайся, двигайся. Давай. А что такое? Да. Побайте, побайте, ёпта. Здорово, брат! А чё такое? Чё с лицом? Обидненько, да, сынок? Предупреждаю сразу. Лицо просто устанешь собирать.
Бля, опять этот... Говноед, а? Да, блядь. Давай, блядь. Обиделся, что ли? Да ёб твою мать, а! Серёжа, блядь! Серёжа! Понял, ну ладно. Поехали. Да не, лезут. Что он все от меня хочет? Где этот дурак? Че, он просто ушел? Просто обиделся, типа, и ушел? А куда он ушел? Че это за нычка такая? Что за щель-то, я не пойму. Ты куда, дурак, залез? Что это за... анал? А-а-а. Да? Давай, как-нибудь, блядь, без меня только. Доброго. Нахер мне такие эти. Ну что ж, ребята, это очередная серия. Накал, ёпта, растет. Но мы с вами двигаемся, очень хорошо двигаемся. Так что ставь лайк, ссылочку на плейлист оставил внизу в описании, где можно посмотреть все серии. Так что спасибо, что смотришь.